Всем привет! Немного потянемся вперед, и мы готовы начинать. Распределяем вес тела равномерно по всей стопе. Напрягаем мышцы живота. Лопатки сводим к центру спины. Перемещаем вес тела на переднюю часть стопы и на заднюю часть. Чередуем движение корпуса вперед и назад. Вдох и выдох. Макушкой тянемся вверх, взгляд направлен вперед. Ваше тело как единая линия. Делайте небольшую точку. Вперед – пауза. Назад – пауза. Каждый раз напрягайте мышцы спины. Не расслабляйтесь. Все тело находится в тонусе. Располагаем вес тела на середине стопы и расслабляемся. Вес тела распределяем на середине стопы и смещаем его вправо и влево. Плечи опущены вниз. Спина прямая. Лопатки к центру спины. Фиксируем положение. Мышцы живота находятся в тонусе. Взгляд вперед. Не отрываем стопу от пола. Найдите крайние точки вправо и влево. Ваше тело двигается как единая линия. В одной плоскости. Четко вправо, четко влево. Макушкой тянемся вверх. Делаем небольшие паузы. Точка. И в другую сторону. Хорошо. Сделаем еще один раз. Расслабляемся. Сгибаем корпус вперед. Чередуем вытяжение. Левая рука вперед, правая назад. И наоборот. Правая вперед, левая назад. Опуская корпус вниз, стараемся сохранить прямое положение ног. Если дискомфортно, чуть согните колени. Каждый раз вытягиваем руку вперед и назад. Максимально удлиняемся в разные стороны. Стопа полностью прижата, дыхание спокойное. Делаем вдох, когда опускаемся вниз, растягиваемся. Встаем, делаем выдох. Напрягаем ягодицу, когда поднимаемся наверх. В нижней точке. Делаем небольшую паузу. Дотягиваемся. Дышим спокойно. Смотрим вперед. Хорошо. Круг плечами. Закончили. Ноги на ширине плеч. Максимально сводим лопатки. Разгибаемся в грудном отделе. И возвращаемся в исходное положение. Стараемся практически не двигать корпусом. Распределим вес тела равномерно по всей стопе. Напрягаем мышцы живота. Лопатки максимально сводим вместе. Смотрим вперед. Подбородок не опускаем. Дышим глубоко. Делаем акцент на движении грудной клеткой. Макушкой продолжаем тянуться вверх. Плечи отталкиваем дальше от ушей. Каждый раз по возможности увеличиваем амплитуду разгибания в грудном отделе. Дышим глубоко. Прогнемся еще раз, опускаем руки, отдыхаем. Подходим к стене или к другой вертикальной опоре, которая у вас есть. Встаем к ней лицом, ноги на ширине плеч. Руки на уровне плеча, чуть отходим назад, прогибаемся. И выпрямляемся, подтягиваем колено к груди. Прогибаемся, проваливаемся между лопаток и мягко подтягиваем колено как можно ближе к груди. Чередуем одну и другую ногу. Не спешим. На выдохе подтягиваем колено к груди. Хорошо. Старайтесь прогибаться как можно ниже. Растягивать грудное отдел и плечевые суставы. И когда выпрямляемся, поближе к себе выводим колено.
Хорошо? Закончили. Руки перед собой на уровне плеч. Небольшой шаг назад. Прогнулись. И в верхней точке поднимаем правую ногу и делаем круг коленом. Прогибаемся, растягиваем плечи. Поднимаемся. И левой ногой делаем максимальный круг. Еще раз прогнулись. Правая нога описывает максимальный круг. Опускаем ногу. Прогибаемся. И то же самое движение в тазобедренном суставе. И прогибаемся. Стараемся держать мышцы живота и спины в тонусе. Дыхание не задерживаем. Как следует растягиваемся, когда прогибаемся вниз. И делаем хорошую амплитуду движения. Возвращаемся в исходное положение. Руки перед собой, кисти на уровне плеч. Начинаем приседать. Опускаем таз вниз и встаем. Выдох. Руки на стене фиксированы. Мягко опускаемся вниз и поднимаемся вверх. Не отрываем стопы. Следим за осанкой. Живот подтянут. Выдох наверх. Вытягиваем руки, когда делаем присед. И встаем, выдыхаем, чуть сводим лопатки. Растягиваемся вниз. И сводим лопатки. Опустили руки. Закончили упражнение. Руки перед собой на уровне плеч. Приседаем вниз в нижней точке. Отводим левую ногу назад. Постараемся ставить пятку на пол. Возвращаемся в исходное положение. И снова приседаем. Отводим правую ногу назад. Также стараемся прижать пятку к полу. И встаем. Делаем присед. Вытягиваем левую. И возвращаемся в исходное положение. Стараемся отвести ногу как можно дальше назад и полностью разогнуть ее в коленном суставе. Нога скользит по полу. Вытянули. Пятка к полу. Вернули обратно. Встали в исходное положение. Не спеша выполняем это упражнение. Закончили. Руки перед собой. Начинаем скользить рукой наверх. Разворачиваем плечи чуть в диагональ. Поднимая руку, максимально вытягиваем ее вверх. Стараемся прижаться боком, плечом к стене. В пояснице не прогибаемся. Стопы полностью стоят на полу. Не отрываем пятки. Давайте вверх делаем вдох. И вниз. Выдох. Хорошо вытягиваем себя за рукой. Делаем максимальную амплитуду. Стараемся каждый раз вытянуться все выше и растянуться все сильнее. Стопа полностью прижата к полу. Не спеша, мягко и плавно выполняем это движение. Закончили. Поворачиваемся спиной к стене.
руки назад, ставим их в упор на стену и поднимаем одну руку вверх, стараемся коснуться стены сверху. Возвращаем ее в исходное положение. Чуть разгибаемся в грудном отделе и возвращаемся в исходное положение. Делаем вдох, тянемся рукой к стене и на выдохе опускаем руку вниз. Живот подтянут, дыхание глубокое. Во время вдоха прогибаемся и растягиваем грудную клетку. Положение таза фиксировано. Стараемся достать и сделать небольшую точку, когда касаемся рукой стены. Делаем разгибание только в грудной клетке. Сохраняем мышцы живота в небольшом напряжении. Стараемся увеличивать амплитуду с каждым движением. И сделаем еще раз, как следует потянемся. Закончили это упражнение. Расслабились. Поворачиваемся лицом к стене и остаемся на расстоянии небольшого шага. Возвращаемся на коврик, встаем на колени. И у нас положение стол. Кисти четко под плечом. Поворачиваем голову вправо, фиксируем на уровне плеча подбородок. И поворачиваем голову влево, фиксируем на уровне плеча подбородок. Спокойное дыхание и каждый раз небольшая пауза. Упражнение делаем без рывка, максимально спокойно. Мышцы живота в тонусе, спина прямая, плечи расправлены. Не забываем, что пальцы ног стоят в упоре на полу. Закончили. Шея – продолжение позвоночника. Взгляд вниз. Сводим лопатки. Вытягиваем шею чуть вперед. Растягиваем грудной отдел позвоночника. Когда сводим лопатки, небольшая точка. Почувствуйте лопатки. И грудной отдел работает как следует. Растянулись и вытягиваем себя за позвоночник наверх. Хорошо. Заканчиваем. Кисти под плечами. Уводим таз назад. Пальцы стоп стоят в упоре на полу. Опускаем голову вниз. Таз тянем между пяток вниз как можно больше. Остаемся в этом вытянутом положении. Сидим. Дышим спокойно. Если вам некомфортно в коленном суставе, приподнимите таз чуть выше, но продолжайте вытягиваться руками вперед. Дыхание спокойное. Возвращаемся в исходное положение. Закончили это упражнение. В этом положении опускаем локти вниз, тянемся подбородком к полу. Локти идут вниз и назад. Подбородком тянемся к полу. Ноги в исходном положении. Пальцы ног стоят в упоре.
В нижней точке пробуем зафиксировать положение. Слегка растягиваем локти в стороны и раскрываем грудную клетку. Не расслабляем мышцы живота. Подбородок практически касается пола. Возвращаемся в исходное положение. Руки вперед, на ширине плеч. И начинаем раскачиваться. Уводим таз чуть назад. Вытягиваем плечи, вытягиваем поясницу. И возвращаемся обратно. Мышцы живота в тонусе. Фиксируем корпус в нижней точке. И чувствуем хорошее растяжение мышц спины. Опускаем таз вниз, делаем вдох и задерживаемся в этом положении. Возвращаемся, выдох. Здесь вдох и выдох. Хорошо. Поднялись в исходное положение. Закончили. Встаем в упор на кисти. Ноги на ширине плеч. Не торопясь, подтягиваем правое и левое колено к груди. Делаем выдох, когда подтягиваем колено к груди. Не прогибаемся в пояснице. Живот подтянут. Делаем движение не спеша, следим за балансом. Кисти четко под плечами. Опускаем колени. Закончили. И опускаемся вниз на живот. Кисти у плеч. Стопы положили. Ладони на уровне плечевого сустава. Предплечьями чуть отталкиваемся от пола. Приподнимаем плечи. Приподнимаем грудь. Немного выталкиваем себя наверх. Работают мышцы спины и мышцы шеи. Выталкиваем себя руками наверх. Делаем выдох. Чуть расслабляемся, делаем вдох. Мышцы живота, мышцы туловища напряжены. Работаем спиной и шеей. Опираемся на предплечье. Напрягаем мышцы спины, напрягаем мышцы живота и ягодиц. Держим себя в этом положении. Дыхание спокойное, подбородок вниз не опускаем. Мы не прогибаемся слишком сильно. Мы не напрягаем поясничный отдел. Разгибание именно в грудном отделе позвоночника. Упираемся локтями в пол. И медленно опустились вниз, расслабились. Упираемся на руки, на ноги и переходим в положение стол. Руки-ноги на ширине плеч, носки на себя. Правую ногу ставим в упор вперед, колено согнуто, пятка под коленом. Правой рукой опираемся на колено, левой рукой касаемся стопы и разворачиваемся, вытягиваем ее наверх. Наша задача — развернуться как можно больше. Взглядом провожаем левую руку наверх. Поворачиваем голову. Коснулись пола или стопы и развернулись. Сделали вдох, выдох.
опускаем руку вниз и возвращаемся в положение стол. Хорошо. Ставим левую ногу в упор, рука на бедро. Правой рукой начинаем делать движение вытяжения с ротацией туловища. Провожаем взглядом руку наверх и опускаем вниз. Открываемся, вдох и выдох. Не задерживаем дыхание, стараемся развернуть корпус и вытянуть руку назад наверх как можно больше. Хорошо. И последний раз. Убираем ногу назад. Исходное положение. Опускаем левую руку вниз, ныряем под правую, чуть заваливаемся на плечо. Меняем руку, скручивание в грудном отделе позвоночника и вытяжение лопатки. На выдохе вытягиваем лопатку, тянемся рукой как можно дальше. На вдохе возвращаемся обратно. Наша задача – растянуться как можно больше. Как можно больше вытянуть лопатку, растянуть заднюю поверхность плеча. И еще немного. Последний раз. Закончили упражнение. Ставим правую ногу вперед. Кисти располагаются справа и слева от стопы. Спина прямая. Мягкие движения тазом вперед и обратно. Растягиваем паховые связки. Растягиваем коленный сустав. Есть небольшая нагрузка на коленный сустав. Будьте аккуратны. Движение должно быть минимальное. Когда растягиваетесь вниз, делайте выдох. Теперь слегка смещаем колено вправо и влево. Амплитуда совсем небольшая, движение минимальное. Не делаем никаких резких движений. Пятка стоит на полу. Колено вправо и влево. Сделаем еще несколько покачиваний. Ощутили растяжение связок. Хорошо. И мы возвращаемся в исходное положение. Отлично. Выводим левую ногу вперед. Ставим кисти справа и слева от стопы. Спина прямая, живот подтянут, и начинаем делать раскачивающие движения вперед и назад. Растягиваем паховые связки, растягиваем связки колена. Спокойное, ровное дыхание. Выполняем еще несколько раз. Тянем таз чуть ниже к пятке. Не забываем, спина прямая, дыхание ровное. Хорошо. И начинаем делать смещение тазом вправо и влево. Движение минимальное. Мы с вами растягиваем связки. Спина прямая, живот подтянут, дыхание спокойное.
Незначительные движения. Раскачиваем чуть вправо, чуть влево. Все время контролируем тело. Все время контролируем дыхание. И мы закончили. Убираем ногу назад и возвращаемся в исходное положение. Расслабляемся. Садимся. Подтягиваем колено к себе и аккуратно опускаемся на спину. Хорошо. Согнутые ноги поднимаем вверх, руки за голову. Удерживаем ноги на весу, выпрямляем и изгибаем их. Удерживаем лопатки на весу. Чередуем выпрямление ног вверх и вперед. В пояснице не прогибаемся, вдавливаем ее в пол. Мышцы живота напряжены. Лопатки чуть оторвали от пола. Если вам сложно, можно опустить лопатки на пол. Если мышцы живота выдерживают напряжение, то держим лопатки чуть на весу. Следим за поясницей. Выдыхаем, когда выпрямляем ноги. Еще один раз. И опускаем ноги в исходное положение. Расслабились. Приподнимаем голову вверх, вытягивая шею. Ладонями чуть упираемся в пол. Мягкое движение подбородком вперед. Вытягиваем шею и возвращаемся в нейтральное положение. Ладони опущены вниз, руки вдоль тела. Хорошо. Дыхание спокойное, но делаем выдох, когда подбородок идет вверх-вперед. Опускаем голову, вдох и выдох. Слегка давим ладонями в пол. И мы закончили. Расслабили шею. Сгибаем ноги, ставим их в упор и начинаем поднимать таз вверх, опускаем его вниз. Вверх делаем выдох, слегка напрягаем ягодицы и опускаем таз вниз. Лопатки все время лежат на полу, не нужно вставать на мостик. Хорошо. В верхней точке ровное положение тела. Мышцы живота и бедра одна линия. Слегка отталкиваемся ладонями, раскрываем грудную клетку. Отлично. Выдох наверх. Опускаем таз вниз и выпрямляем ноги. Хорошо. Начинаем поочередно подтягивать к себе правое и левое колено. Чередуем правое и левое. Делаем смену медленно. Как следует, вытягиваем одну ногу на полу, а другую ногу в это время, как следует, подтягиваем к груди. Максимальная амплитуда движения. Подтягивая колено, делаем выдох. Не забываем вытягивать одну ногу на полу, полностью выпрямляя колено. И другую ногу в это время подтягиваем к себе, делаем выдох. Спокойное, плавное движение. Никуда не спешим. Опускаем ногу. Закончили. Согнутые ноги подтягиваем к груди. Прижимаем к себе колени посильнее. Чувствуем растяжение поясницы и ягодицы. Слегка тянутся коленные связки. Удерживаем ноги в натянутом положении. Продолжаем дышать спокойно. Лежим
Натягиваем ноги на себя, растягиваем поясницу и ягодицу. Отлично. Опускаем ноги на пол, вытягиваем их. Подтягиваем колено к груди и противоположной рукой делаем скручивание немного внутрь. Колено к груди, небольшое скручивание внутрь и опускаем ногу. Чередуем правую и левую ногу. У нас растягивается ягодичная, особенно средняя ягодичная мышца, немного поясница. Подтягиваем, скручиваем и опускаем. И еще один раз. Закончили. Подтягиваем к себе как можно ближе голеностоп. Скользим пятками по полу, стопой по полу и подтягиваем колени к груди. Ставим пятки как можно ближе к тазу, когда опускаем ноги вниз. Скручиваемся, пятки на пол и вытягиваемся. Мышцы живота напряжены, в пояснице не прогибаемся. Прижимаем ее к полу. Когда вытягиваем ногу по коврику, следим за поясницей и мышцами живота. Закончили. Подтягиваем колено к груди, перекатом садимся. Ноги вытягиваем вперед, кисти в упор. Ноги шире, стопы в упор, руки чуть отодвинули назад. И скручиваем колени вправо-влево, движение в тазобедренном суставе. Стараемся опустить колени как можно ниже к полу. Движение не быстрое. Опускаем к полу с выдохом. Стараемся сохранять одинаковую амплитуду в одну и в другую сторону. В нижней точке можно сделать небольшую паузу. И еще один раз. Закончили. Ноги широко. И начинаем поочередно опускать колено внутрь. Стараемся прижать его к полу максимально близко. Легкие скручивания в тазобедренном суставе. Руки стоят сзади в упоре. Помогаем держать туловище ровно. Небольшая пауза внизу, растяжение мышц. Можно сделать выдох, когда опускаем и прижимаем колено к полу. Стараемся добиться одинаковой амплитуды движения в правом и в левом суставе. Закончили. Сгибаем ноги, подтягиваем пятки к себе как можно ближе. Стопы вместе. Слегка подаем корпус вперед. Если получается, тянемся ниже и ниже. Спокойный глубокий вдох и на выдохе чуть больше вниз. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Хорошо, закончили. Ноги широко. Левую руку опускаем вниз,
Правой рукой вытягиваемся сверху в диагональ, и если получается, опускаем ее на ногу. Если не удается дотянуться до стопы, просто остаемся в верхнем положении в диагонали, вытягиваем боковую поверхность туловища. Дыхание спокойное. Растягиваемся мягко. Меняем положение. Теперь правая рука опускается вниз, а левая вытягивается наверх. Спокойно находимся в этом положении. Растягиваем боковую поверхность туловища. Тянется нога, тянется плечо, спина. И возвращаемся в исходное положение. Слегка вытянули позвоночник вверх и наклоняемся вперед. Спокойно дышим. Растягиваемся как можно дальше. Аккуратно поднимаемся. Расслабились. Возвращаем ноги на ширину плеч. Ноги вытянуты вперед. Носки натянуты на себя. Медленно наклоняемся вперед и делаем выдох. Руки можно положить на пол. Можно дотянуться до стоп, если это получается. Растягиваем заднюю поверхность тела. Закончили. Возвращаемся. Поднимаемся вверх. И остаемся в положении стоя, ноги на ширине плеч. Всем спасибо за тренировку. У нас отлично получилось. Пока.